Воевал за всех, кто находится в его зоне заботы. В том числе и о бандитах он заботился. Потому что он понимал, если их не наказать, им потом будет еще хуже. Какой мотив? Не злоба была, а мотив помочь. И теперь действительно, если идея такая, что этот преступник должен сидеть в тюрьме, иначе он благо, он сделает больно другим, да? Он делает плохо себе, его надо остановить. Правильно? Теперь, если я действительно знаю, что этот человек вор, вот прям действительно знаю. И тут кажется, что какая-то формальность. Вот какая-то формальность, из-за которой этот человек не сидит в тюрьме. Какой смысл в этих формальностях? Кажется, что правильно, чтобы он сидел в тюрьме и никому не мешал. Какая проблема с этим? Если я ошибся, первый момент, я могу ошибиться. Второй момент, я могу показать другим, что правила не важны. И люди, смотря на меня, видят, что я нарушаю правила, может быть, я это делаю с каких-то логиц, но люди, они же будут делать так же, как и все. И потом, когда мне, как правильно Шарапов сказал, когда мне что-то захочется, а я не всегда честный человек, я могу подменять закон под свои какие-то вещи. Теперь в чем не прав Шарапов, да? Шарапов забывает о цели. А цель какая? Вор должен сидеть в тюрьме. Он говорит, нет, самое главное – правило. Но правила ради правил тоже смысла не имеют. Теперь все упирается в конкретную вот эту ситуацию. Идеально надо следовать правилам. Ну, если это закон, он действительно продуман, надо следовать этому закону. Но бывают исключения из этих правил. Бывают исключения из этих правил. Но если я ошибся, то я пострадаю невероятно. Если судья ошибся, ладно, может, там его не поймали, но законы кармы, как его накажут законы кармы? Поэтому, да, вот в этой ситуации тут есть плюсы и минусы у обоих людей, но самый главный их минус обоих. Они оба сосредоточены. Я так считаю. Это по определению уже неправильно. Я так считаю. Если я мерила, да? А кто я такой? Где моя? Я могу ошибиться. Поэтому все-таки из этих двух больше, Шарапов, он, конечно, хоть на что-то ссылается, но у них обоих ложная концепция. Вот если мы сейчас абсолютно точки зрения смотрим. Когда у человека ложная концепция, тут уже относительно этот прав, относительно этот прав. Но с абсолютной точки зрения оба зарабатывают карму. Оба зарабатывают карму. В большей или меньшей степени. Если же вор действительно там, цель достигнута, бандит сидит в тюрьме. Но если он его ненавидит, он же тоже зарабатывает карму. Он же не думает о благе этого бандита. То есть не такая простая вещь. Я сейчас тоже не берусь, поставить диагноз, потому что я тоже только учусь идти в этом направлении, но вот такой анализ, может быть, необычный, я могу предложить. Давайте мы закончим уже в 9 часов. Я хочу злоупотреблять ваше внимание. Спасибо вам за внимание, терпение. До свидания.